тем временем щепки от срубленных в городе деревьев продолжают лететь. Сегодня спилили несколько кленов у ДК «Свердловский». Новости «Прима» рассказывали, как за минувшие выходные прошла рубка в Красноярске. Деревья убирали на органном зале, на Павлова срубили десяток лиственниц ради безопасности линии электропередачи. На острове Татышев выпилили 100 деревьев под расширение парковки. Сегодня общественная палата Красноярска провела совещание в администрации. Пока даже цифры чиновников и общественников о спиленном расходятся. Члены общественной палаты проведут выездное совещание с чиновниками, чтобы зафиксировать урон. Кроме того, общественники призвали горожан сообщать о подобных случаях вырубки деревьев. Нужно просто жителям не вести кухонную политику, как говорится, посидели на кухне, пообсуждали, больше ничего не сделали, а активно высказывать свою позицию в тех же социальных сетях, обращаться в общественную палату, предложение к администрации города, то есть воздействовать через депутатов, которых мы избираем. То есть механизмов мы садили очень много. То есть единственный враг нашим деревьям, то есть это наша пассивность.